1 мая в Стамбуле собрал на улицах тысячи людей. Не обошлось без стычек. Задержаны более 200 участников акций. Но в этом году демонстрации приобрели политическую окраску. С плакатами «Нет диктатору» часть митингующих пыталась пройти на площадь Таксим. Полицейские препятствовали шествию. Силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать активистов. В 2013-м на этой же площади проходили массовые акции протеста против власти Реджепа Эрдогана. С тех пор собираться здесь запрещено. Таксим – очень значимое место для рабочего класса. Власть запрещает нам идти на эту площадь, потому что ее политика направлена против рабочего класса. Правительство боится этой площади, они всего боятся, но Таксим наш.